Першие міжнародні назіральники по виборах депутатів Палати представників Національного сходу Білорусі прибули на Могилевщину. По інформації обласної виборчої комісії, роботу в регіоні почали два представники від виконкома Содружності незалежних держав. Одним з пунктів наведування стала округова виборча комісія по Могилевській Кастричницькій виборчій окрузі номер 86. Представник ад виконкома СНД прибыл с короткотерминовым визитом. Назиральник сустрелся с керовництвом в области областной выборчей комиссии. Наведал две круговые комиссии Могилева. Третьей по лику стала комиссия по Могилевской Кастрычницкой выборчей окрузе номер 86. Назиральник запытался про ход подрыхтовки до выборов, колькость зарегистрованных инициативных групп и выборщиков на участку. А так само ознайомился с отповедными документами. Первое впечатление от работы, которая проведена здесь. Работа ведется напряженная, многое сделано уже. И мы хотели бы отметить хорошую подготовку руководителей окружных избирательных комиссий, а также профессиональный подход со стороны председателей участковых избирательных комиссий. Трехдневный визит не опошний. Мурат Ташибов – назиральник долготерминовый. Планує працювати в области на протягу усей виборчої кампанії на разных ее этапах. Алис Рыбалка, Валерий Яромин, новини регион.